Прошедшая неделя в Натырбовском сельском поселении ознаменовалась чередой спортивных событий. В хуторе Казино-Кужурском в новом спортивном зале прошли первые соревнования на приз главы поселения. Строительство спортивного зала завершилось в конце прошлого года, а в марте уже в нем прошли первые соревнования. Совсем недавно, после Нового года, ввели в эксплуатацию замечательный спортивный зал. Об этом наши хуторяне мечтали более 20 лет. Вот, наконец-таки, мечта сбылась. И наша мечта, мечта их родителей, мечта детей, мечта педагогов. Построен такой замечательный зал спортивный по федеральной программе комплексного развития сельских территорий. Сегодня мы проводим первое такое масштабное соревнование. Сегодня у нас принимают участие жители хутора Казино-Кужурского, те, которые уже выучились в школе, которые учатся в других заведениях, студенты, просто жители хутора. Естественно, приехала я как глава поселения не с пустыми руками, привезла им благодарственные письма, кубки, медали, ну и небольшие подарки самой школе в виде волейбольных, баскетбольных мячей и ракеток для настольного тенниса. Всем желаю спортивных побед, ну и будем сегодня болеть. Сразиться в волейбольных баталиях пришли команда учителей школы номер 12 против команды студентов хутора Казино-Кужурский. Несмотря на дружелюбную атмосферу, на площадке царил дух здорового соперничества. Никто не хотел уступать, и каждая игра была по-своему интересна. Борьба на поле с первых минут до финального свистка носила бескомпромиссный характер. Команды были настроены по-боевому и показали сплоченность и стремление к победе. В результате игры всем спортсменам были вручены памятные подарки, а победители были награждены кубками, грамотами и медалями. Все участники мероприятия получили заряд бодрости и море положительных эмоций. Очередное спортивное мероприятие состоялось в селе Натырбово. Здесь прошел турнир по боксу на приз главы поселения. В мероприятии приняли участие боксеры из аулов Ходз, Бличипсин, Кашихабль и села Натырбово. Турнир собрал много зрителей. Поболеть за юных боксеров пришли их родственники, ученики местных школ и просто жители района. Перед началом боев с приветственным словом выступила глава сельского поселения Наталья Косицына. Она пожелала спортсменам удачи в боях. Сегодня проводим турнир по боксу. Наше село с давних времен славится боксерами. Славится семьей Батырбиевых, тренеров наших. Вижу много знакомых ребят, наших местных ребят. Вижу гостей, мы вам очень рады. Надеюсь на дружескую, хорошую, жаркую борьбу. Ну, пусть победит, наверное, сильнейший. А мы с вами, болельщики, будем болеть. Сегодняшний турнир, он носит название на приз главы поселения. Ну, может быть, это громко сказано, ну... Попробуем первый раз. Я думаю, что нам понравится, и будем это проводить еще и еще. У нас есть футбол, у нас есть настольный теннис, у нас много спортивных мероприятий, поэтому у нас с вами еще все впереди. Самое главное – здоровый образ жизни и крепкое здоровье. В общем, вам всем желаем победы и за вас болеем. Спортсмены показали настоящий характер, и почти каждая схватка держала в напряжении зрителей турнира. По итогам соревнований все участники состязаний были награждены грамотами, медалями и кубками. Хочу выразить благодарность главе сельского поселения Натырбово Наталье за такой красивый организованный турнир, за призы. Море эмоций, отличное настроение и спортивный азарт – вот чем наградило спортивное мероприятие всех своих участников и болельщиков.